Дачники готовятся к новому поливному сезону. Он наступит уже в следующем месяце. Однако некоторые председатели садоводческих товариществ в районе Кривая Балка и Сулакской зоны обеспокоены. Их тревожит, что вода не будет доходить до их участков и начнутся проблемы. Подробности выяснял Хамза Нурмагомедов. Отключение воды, потопы, вредительство – так комментируют свои проблемы председатели порядка 15 садоводческих товариществ, которым подает воду муниципальное унитарное предприятие «Садовник». По их словам, проблемы не решаются несколько лет. И в этот поливной сезон они боятся остаться без воды. Одни общества топят, другие общества терпят, значит, нет воды, не получают воду. Сейчас как обстоят дела? Ну вот, еще сезон не начался. 15 апреля начнется сезон. Вот поэтому сегодня мы и собрались здесь, вот, чтобы заранее опять сезон начнется, опять, чтобы повториться то же самое, чтобы хотя бы наши обращения, прокуратуру республики, куда бы мы ни обращались, Министерство внутренних дел, понимания не находим. Никакой меры не принимается. Администрация города нас не принимает, глава города, чтобы изложить свои, значит, проблемы. Поэтому мы вынуждены для сегодня обратиться через телевидение, обратиться к властям. Представитель МОП «Садовник» отметил, что вода подавалась регулярно, как положено и по графику, и все в рамках закона. По словам Абугасана Рамазанова, инфраструктура исправна и готова к поливному сезону. А возникающие в процессе подачи воды поломки устраняются в короткий срок. У нас центральная труба, которая относящаяся к МОП «Садовнику». За эту трубу мы отвечаем. Мы как бы обязательно проходимся по трубе, отмечаем крестиками, что вот здесь у нас получаются обрывы. После этого в течение 2 недель с момента подачи пробной воды, в течение 2 недель мы устраняем все обрывы и полностью уже запускаем, получается, 15 апреля у нас начинается сезон по 15 октября. Но насосные станции у нас все готовы. Как отметил представитель МОП «Садовник», основная причина низкого давления воды – это недостаточный уровень воды в реке Сулак. Также есть проблемы с качеством труб, которые обещают частично заменить в этом году. Главное, чтобы обещания были реализованы, и вода не стала яблоком раздора в дачных обществах. Хамза Нурмагомедов, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Махачкала.